В Брянске уже по-летнему жарко. Природы возрождения знаменует для всех нас, что и мира обновления недалек великий час. Здравствуй, май, юный май. Это из песни, петой еще на нелегальных маевках. Ленинскому центральному комитету КПСС и его политбюро во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичем Брежневым! Ура! А вообще, сколько песен о мае сложено. 1 мая – праздник весны, мощный прибой пролетарской волны, а потом май течет рекой нарядной по широкой мостовой, а потом майскими холодными ночами, отгремев, закончились бои. Такой уж это месяц, победный, песенный месяц май. Десятки трудовых коллективов Брянска в канун 1 мая рапортовали о досрочном выполнении 4-месячного задания. Самый мощный в стране судовой дизель создают брянские дизелестроители. 52 тепловоза, аттестованных знаком качества, послали на БАМ труженики БМЗ. Здравствуй, май, юный май!